Доброго здоровья, уважаемые зрители. Продолжаем опыты. Итак, сегодня мы решили, чтобы увеличить скорость. Значит, добавили вот движок к этому. Как он сам по себе работал, движок. Потому что вот этот движок обладает большой обратной реактивной энергией. То есть. И получили результат. Один к двум. Сейчас я это продемонстрирую. Итак. Вот счетчик. По центру сейчас стоит. Да. Включаем секундометр и, допустим, стартуем на 15 секунд. Поехали, видите? А вот оно. На 15 секунд стартуем. Стоп. На 16,7. 16 секунд, значит, постартовали. Теперь 16,7 мы видели. Теперь стартуем назад. За сколько она вернется? Вы видели, что она была по центру. За сколько вернется? Вот она. 36, 42. То есть 1 минута и 1 секунда. А там было 18. Сейчас попробуем еще, были лучшие результаты. Обнулим. Вот отсюда сейчас стартанем, вот с риски. Вот риска. Стартуем. С риски. До конца этого. 9 секунд, 10, 11, 17, так, обнулим, 16 увидели, стартуем назад, было по риску. Вот 45 секунд, то есть 3 раза получается 1 к 3. Можно еще раз проверить. Так, обнулим, стартуем снова. Стартуем на 30 секунд. Вот здесь как будет 30. Посмотрим, что она на 30 секунд даст. Так, 26, 27. Стоп. 30 секунд, обнулим, стартуем назад.
стартуем назад. Сколько вот 30 секунд работало, сколько назад. То есть обратная энергия. Шестнадцать, 17. Вот должно до сюда дойти, до риски. Тридцать две. 35 38 40 42 43. Сорок восемь, 9 50, 52. Минута одна. Опа, вот оно встало. Минута и три, видите, встало по риске. То есть в два раза, когда на 30 секунд. Сейчас обнулим. То есть на 30 секунд запишем. На 30 секунд возвращается через одну минуту. То есть в два раза уже. А сейчас обнулим. Попробуем на минуту. Стартуем. Сейчас до риски дойдет и старт включим. Вот, все, пошел. Попробуем на минуту, сколько будет минуту и сколько будет назад возвращаться. Посмотрим. Здесь тоже напряжение надает, видите, 1,76. То есть здесь тоже можно брать ток отсюда. Правда, слабенький. На подзарядку каких-нибудь слабых батареек. Дополнительно 1,8, 1,79. Ну, с обороты низкие. Вот сейчас проверим на минуту. То есть оптимальный вариант. На 30 секунд было самое оптимальное. В два раза. На 15 секунд там в три раза, в 4 получилось. Вот попробуем на минуту. Так. 58, 59. Опа. Все, выключаем. Обнуляем, стартуем. Значит, минута была. Сколько будет назад идти? Проверим. То есть вот это вот, то, что это мотор. Вот это. У него много обратной энергии. Реактивка большая. Но здесь еще вот это надо сделать нормально все. За счет этого. Потом сейчас на мелких оборотах для пробы, а потом на больших можно. То есть применять в автомобилях. Это все не просто так. Там, где надо, где можно, может, какие-то дополнительные, допустим, он 30 минут на этом работает, а 30 минут тот заряжает. Потом меняется это все. Ну, это все. Ну вот было, значит, одна минута. Сейчас посмотрим, сколько назад. Уже минута. Пока еще далеко. То есть на минуту, по-моему, больше будет. Так, как видно. Счетчик только еще вот. А надо ему дойти вот еще сколько. Полторы минуты уже. То есть будет опять больше. То есть оптимально, видите, как все оптимально. Оптимально 30 секунд получается. Оптимально. Вот уже больше у него. Уже две. И еще, наверное, будет больше. То есть не меньше, не больше 30 секунд. Оптимально.
минуты, наверное, 4 по таким темпам, судя. То есть в 4 раза где-то будет. Видать, у него теряется, когда минута, уже эта энергия пропадает. А за 30 секунд как раз заряд этот, который назад идет. То есть оптимально здесь 30 секунд на такой схеме. Ну, будем еще другие схемы делать. Вот уже почти 3 минуты. То есть уже в 3 раза. А будет, наверное, 4, а может и 5. Нет, наверное, 4. Вот уже недалеко, видите, осталось ему. Как раз, наверное, до 4 дотянет. Вот смотрим. 3 минуты 16 секунд. Немножко осталось. Уложится в 4 минуты или нет? Посмотрим. Может даже раньше. Будем держать вот здесь на стопе. 3,5. Три 37. Вот он встал. Да, вот. 3,43. То есть так получается эти минуты почти в 4 раза. В 3,43 десятых раза. Разница. Значит, запишем. Одну минуту. 3,43 разница. Так, а теперь попробуем на малое. Обнулим. Сейчас вот догоним до риски, пусть дойдет. А потом включим старт. Вот он, на риске. Вот он, на риске. Включаем. 5 секунд. Нет. 3, 4, 5. Стоп. Обнулям. Назад. 5 секунд. Сколько назад? 7 секунд, видите? То есть идеально будет почти в одно в одно. Видите что? То есть если делать 5 секунд, то получается один в один. Ну там где-то я не так включил. Вот. Давайте еще проверим. Обнулить. Проверим на 3 секунды. Вот сейчас станет у них старт. Раз, раз, два, три. Так, 4 получил. Так, старт обратно. Раз, два, три, 4. Все. 5 секунд. То есть, когда до 10 секунд получается, видите как, один в одно. Давайте попробуем все-таки на 2 секунды. Раз. Эх, опять 3 проскочил. Обнулить. Так, назад. 2, 3. На 3 то же самое. Стоп, то есть. До 10 секунд он то же самое идет. Помощника тут, допустим, на 1 секунду. Попробуем. Вот, до риски сейчас дойдет. Старт. Опа. 2 секунды. И назад. Эх, не стартовал. Ну, то же самое. Стоп. То есть, тут одно к одному. Сколько дает, только если до 10 секунд, видите. Если 30 секунд, в 2 раза больше. Если 15 секунд, в 3 раза больше. То есть еще ее понять надо. То есть там, видать, эти заряды. Но это все записал. Сейчас еще обнулим. Попробуем еще там на пару секунд. Вот. Старт. 3 получилось. Обнулить. Назад. Эх, не стартовал. Ну-ка еще раз. Старт.
4 секунды обнулить назад. 2, 3, 4. Все. То есть на малых оборотах одно в одно идет. Сколько идет, столько назад. А если бы шло быстрее, то это можно было батарейку заряжать уже. Видите как. На этом заканчиваю. Будем еще, значит, опыты проводить. То есть оптимально, значит, до 10 секунд ставить. Уже можно, значит, секунда работает. То есть сколько там? 5 секунд работает, 5 секунд стоит, или там 3 секунды работает, 3 секунды стоит, или 2 секунды работает, 2 секунды стоит, вот так, через реле. То есть заряжать уже можно, батарейку заряжать через вот эту. Только здесь усилить обороты, ну это потом уже буду делать. То есть опыты продолжаются, то есть уже удалось, значит, как вы видели, в 2 раза, почти в 2 раза. То есть почти 1 к 1. На 30 секунд 2 раза, а если до 10 секунд ставить, до 10 секунд, 1 к 1 получается.